Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за Марокко. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании. Всё-таки всегда лучше начинать с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, караванчики бегают. Следующий караванчик у нас... Ты проход, не завершай. В биологии, да? То есть 5 караванов пока. Ну, надо 3 в Марракеш отправить на рост столицы все-таки. Эх, ты его отхилил, я не надеялся, что ты его хильнешь. Так я кликал. Ну, да, ты кликал, типа, когда... Так, короче, неправильно. Я думал, он зайдет, и мы начнем ходить. А ты кликал до того, как он зашел. Ну, ладно. Да. Все, короче, я понял. Ты просто надеялся на Циву, как она быстро ответит, а не как по правилам, мол, он зашел, мы кликаем. Может, что? А все, нет, правда. Я повторюсь. Нет, это правда. Готов Львов потерять? Жителей поменьше было. Бразилец, я уже один раз отказался. Давай ты мне не будешь посылать постоянно. Нет, мы спасаем человечество от автократа с 24 голдером. Что вот он несет? И как, и как тебе поможет, подожди, как тебе помогут открытые границы со мной? Слушай, а что ты там дороги выстраиваешь, ты мне расскажешь? Ты меня спрашиваешь? Ну да. Ну, чтобы они у меня были, там дороги. Были. Ну, дороги... С таким же вопросом могу спросить, почему у тебя там дороги проложены? Ну давай, ты будешь уводить их или нет? А, да, я забыл, извини. Ты, кстати, можешь с таким же Макаром, первым миссионером, просто смотреть, что у меня. То есть у меня вот вся армия вот тут стоит около Рабата. Да, дальше можешь вести вниз. Лучше, конечно, к Марракешу. У меня что-то, я боюсь, что Марракеш не обратится, мне так кажется. Есть подозрение. Да, блин. Опять, что ли? Ну, вот, да. Чё проблема, ребят? Чё у нас? Проблема в людях. Конкретно в халяве. И, кстати, опять в последние 2 секунды походил капкан. Вы обратили внимание, когда лорд не может... Тебе нужно откатить, чтобы с кем? Так откатили же. Не, так я не воюю ни с кем. С кем не воюешь, побегай. Не, я про то, что сейчас я ни с кем воюю, не надо просто откатывать. Просто я жду, пока ты походишь. 27 секунд ты начинаешь ходить. Ты не мог поесть в конце таймера, в начале. Вот, 20 секунд ты город. Я все походил, все. Проверяй, захватишь город, я его отобью, хоть будет 5 секунд. Это нормально, потому что это ты реагируешь на его движение, это... Поверь, я не буду захватывать, пока эти вот бегатики не... Мои пацаны уже выплыли. Ну? Это что? Город пока голодает.
пока. На ком убиваем. Столько псичных. Нормально, у русского уже сразу 4 угля. Да, угля уже. А то, что он Биг Бен построил, заинженерил. Ходим спокойненько. А, я даже не смотрю на это. У меня там много юнитов умирается, происходит. Типа... Чё, опять это, нашли? Нашли лидера. Да, нашли лидера, потеряли, а теперь нашли. А что, ты менялся? Как бы лидер менялся, что ли? Такой с меня лидер, когда я пятый по грамотности. Ребят, вот, честно хочу сейчас... Но первый открыл... Викс, вот ты умеешь русского или нет? Ну, ты умеешь шансы. Ну, как бы, тут дело в том, что я не займу первое место все равно, в любом случае. Потому что у меня нет записи. И у халявы тоже. Да, у меня тоже как бы... Поэтому что нам делать? Я не удивлюсь, если Лёша выиграет эту партию из-за записи. А кто тут вообще записывает? Вот кто? Да, кто пишет? Лёша пишет. Я. Понимаешь, Лёша выиграет. Я пишу тоже, Римка. Все, слушай, давай я сям с тобой дуэльку устроим, тупо, и все. И кто победил, то... Нет, просто я, мне пофиг, я первый-то не займу. Даже если я улечу, я тут ничего не... То есть тут твой человек только пишет, да? Да, да. Я просто не понимаю, почему вы вот к этому привязываетесь? Можете просто играть пары? Почему вот один капкан постоянно твердит, что у него последняя партия, он будет сейчас делать все, что хочет. Другой твердит, я не записываю, поэтому я тут делаю все, что хочу. Вы можете просто в ЦИВУ играть? Вы просто делаете, что дискредитируете идею турнира в ЦИВУ вообще, в принципе, потому что... Я погибаю и делаю, что хочу, ну, что могу. Не намерен делать какие-то... действия, которыми не столкнулись. Не, Леш, я просто говорю о том, что если я выиграю, я первое место не займу. Мне это видео, я только об этом говорю. А зачем ты об этом говоришь? Для чего? Вот это... Так вот, чтобы все знали, как бы... Тот... Зачем? Ну, это синхрон опять. Давайте сейчас по-серьезному. Я за раз больше 10 ходов каждый ход... Не слышно вообще ничего. Нет, да, мы услышали только я каждый ход и все. Отвалюсь ты. Да, у нас каждый ход. Ну это уже просто это реально уже. Нет, это можно доиграть. Но это с доигровкой только тогда, потому что мы долго. Значит так. Твой писатель родился. О, Дик. Он дожил до этого момента. Дик, ты... Что? Побеждал уже, да? А, два раза победил. За Египет побеждал? Да. При чем тут Египет вообще? Давай, вставай до единички. Я против культуры за чудеса проголосовал, потому что будет куча культуры у русского. У меня одно чудо, у тебя тоже одно чудо. Будь в Кане одно чудо, я не пойму, что с вами. Если что, забрался два уши, да? Культура плюс 5. Всех а, плюс 5? Извини, русский, да, тогда я не прав. Я решил, что ты... Это чудеса эти, мировые. Но я уже проголосовал, блин. Я не прав сейчас, согласен. Так, то у меня на самом-то деле у Дика больше, чем у меня. Не, у меня очень мало чудес, ребят. Больше. Я три и чуть-чуть побольше, чем у тебя. Хоть нормально ходим. Спасибо. А ты мне еще миссионера русский приведешь, нет? М? Русский. Не...
Нет. Меня слышно? Сейчас слышно. Ну, нормально слышно, да? Да. А, Сям, как тебе такое предложение? Ты не плывешь своей каравеллой направо, а я дальше этого места своими кораблями не плыву. Нет, я поплыву. Я хочу посмотреть, что у тебя там в фрегате. Это важно. Типа, что я не понимаю тебя вообще. Я не выплываю за это место, и ты не выплываешь, и мы живем в мире всю игру. Нет, я хочу посмотреть, вдруг ты на меня хочешь пойти. Что? Вот стой тут и не плыви дальше, и ты увидишь. Если там караваны, то у меня лоу хпш на караване, ты еще и убьешь. Да я воюю, я сейчас рядом с... Вот там, что ты сейчас несешь? Мы с тобой союзники, зачем ты меня напрягаешь? Это всего три фрегата. А что ты так А что ты так, это, бразилец? Он сейчас разграбит мне все караваны, у меня тут ни одного нет юнита. Нормально, так надо. Так работает. Ты грифи. Да, блин, а проголосовал бы я. Да. Клеточки. Храмы, видите, счастье дают, поэтому имеет смысл построить. Чувак, я тебе только что предложил сделку. Мы у Тира не переходим границу. Если ты согласен, я готов уплыть на следующий год. Я хочу спать. ГГшки писать. Да, что-то какое-то странное, честно говоря, лорд. Тебе человек мир предлагает, сейчас у вас будет война. Какая война? Я хочу пойти поразведывать. Если мы с тобой не переходим эту границу, мы живем всю игру в мире, потому что мы не сможем атаковать друг друга. Ты стоишь тут кораблем, и я тут стою кораблем, и все. Не знаю, по мне... Знаешь, это настолько вот... Глупо звучало, запипус. Я, честно говоря, на стороне Сиама в данной ситуации, потому что, во-первых, бразилец уже до этого рассказывал, как его там забирает португалец, хотя на самом деле было все наоборот. Да, а теперь он не пускает Сиам, чисто Сиам не пускает чисто для разведки какой-то, требует от него каких-то... Я не пускаю, я предлагаю, что я тоже не плыву в его сторону. Так меня это не бесит. Так Сиам говорит, плыви, да. Я не понимаю. Сиам говорит, плыви, и я поплыву. А ты говоришь, нет, нет, чувак, у нас тут иначе война будет. Давай ты не будешь плавать, и я не буду плавать. У меня даже ни одного каравана не ходит. Это потому что боишься меня, я настолько жесткий. Нет, слушай, я в кагатике сплю. Как железный ёршик такой. Или вы, наверное, не мыли бутылки ёршиками. Чё гоны? Дик, ты сам провоцируешь ходить тупо. Слушай, 3 секунды, я исходил... 3 секунды ты атакуешь юнит. Понял. 15 секунд 10 юнитами. Ты прикалываешься, что ли? Красиво, красиво. Так ты начал ходить в конце хода. У меня я не начал я ходить в конце хода. Ты сходил в самом конце, я ответил. Ответил ты, я тебе ответил. Сиам, предложенница. Наше счастье, прикольно. Сиам, пожалуйста, не плыви пока хотя бы кораблы. Я все юниты отправляю в порт, ты понимаешь? Это. Так а почему тут Сиам? Почему ты ему какие-то условия ставишь? Ну, забей, пока я смотрю за сиамскими кораблями, меня просто тут убивают. Ты отлично. Чем ты должен туда смотреть? Потому что я тебе прошу не плыть, где мои 8 караванов плавают своим кораблем, но ты плывешь упор. А почему он... Блин, я вот это... Мне вот это непонятно. Ты потом будешь говорить, ты проиграл войну, потому что сам поплыл куда-то кораблями.
Не, ну у Дига тут нету уже больше кораблей. Возможно, он к тебе все же плывет. Или он просто их уже не строит. Ладно, ладно, я уплываю. Параноик ты. О, караван, сука, тай. Я выезжаю. Выезжай. Уже в кагатике поменялись. Станет у меня сильно. Дик, когда у тебя там будет это двойной этот краситель, наконец? У меня один краситель. А у тебя вообще никогда не было двойного красителя? А что ты тогда когда-то там предлагал меняться? Или я это нафантазировал себе? Ты тоже тогда уплывай, Дик. Уплыву, уплыву. Я воюю, понимаешь, сейчас. Я... Потом-то я смогу приплыть к тебе, посмотреть, что у тебя там в ГГшке. Да ради бога, когда у меня будет возможность. Ты что у тебя там в войне? Потому что он очень сильно вкладывается, у него постоянно куча юнитов на мой. Ну, как у тебя? Ну, я забрал Львов. Пойду в столицу. Он ее, по-моему, убивает. Мне кажется. Я могу становиться убивать. Я аркебузира строю, не знаю о чем. А, пошло. Ехала. Вот опять 10 секунд ты атакуешь. Ну что с тобой не так? Я вообще не ты сходил уже этими юнитами. Да, это к ты дику, ладно. Да, 10 секунд, так, 2 да. юнита. Сейчас бьет. Вот не произошло. Да не будет. Оф, единичка без единого домика. Чувствуется вот эта вот выгода с войны. Как же лагается эта запись. Ты даже пришел в мой дом и умер. Блин, я всех фрегатов там потерял, ну ладно. Зато я тут разбомбился. Пойду на люксах форты построю. Ты сразу Фортоград? Не, Фортоград не успею, а вот на люксах можно. Чтоб ты захватывал опять и просаживался. Кайф. Она у тебя. В смысле? В смысле сарказм. Ну да. Я думал, ты видел до этого мои места. Даже прикол в том, что некуда было идти. Чтобы у тебя хоть что-то лучше. Да. Именно так. Это я лагаю или халява лагает? Халява. Это я лагаю, да? Да. Ну что? Ну, не-не-не-не. Не надо. Ты чё? Сиди. Сиди ровно. Ну, кстати, вы заметили, что у нас пока ходов 5 у нас вроде нормально все. Два хода проходили, вроде как. Корт, корт говорит. Что-то плохой все. Звоночек. Как же я не хочу с тобой больше Лиссабон воевать. Я бы вот на эти 4 города вот красиво бы жил. Ты же сейчас упарываться будешь. Ребят, а что он пишет? Я просто не знаю. Ты понимаешь, что он просто сейчас накопит 1 000 000 голды и нас обоих захватит, если ты замеришься. Ты это понимаешь? Я, кстати, напоминаю, что тут приваты же разрешены. Интересно, кто-нибудь пользуется? Я просто не пользуюсь. Нет, а халява-то вообще что написал? Дискорд скоро зайдет. Дискорд сейчас зайдет.
Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт consolewar.ru. Ладно, Дик, давай дальше стоять. Это выбранный захват был, но он мой. Так, в Лиссабон купить за там. Лиссабон. На клеточке. 4. Обстрела. Так, я здесь, нормально слышно? Да. Да. Отлично. Так что, во мир? Ты ж не остановишься, ты вообще. Ну, я тебя могу, в принципе, не трогать. Так, Дигу, как говорится, преподавал. Нет, Сиам, когда он меня захватит, у него не останется ничего, кроме сухотая набора. Я думаю, Сиам к этому моменту подготовится. Слушай, если я сейчас... Если я и ты сейчас будем просто в тупую строить армию по КД против... Португальца. Мы же вообще ничего не сделаем. Выйти. Мы заскейпимся. Ну так я тебе объясняю, давай вместе, как мы начинали, вместе будем от него дефать. Понимаешь? Дефаться? Не собирать. Я не понимаю, у тебя армия. У тебя армия 90, я всегда с воды. То есть у нас нет ни хода, чтобы мы не перестреливались. Он, ну, ты должен продавить. Армия у португальца последняя. Ну, и ты хочешь мириться? А, я что-то не видел вот этого последнего армии. Все, пока. Ты три фрегата убила и как-то... Чарки да. Базиры появятся и появится армия. Че, он еще химейт забахнет? Вот, не, я вообще завтыкал, посадил инженера на трюфель, чисто слил. Я думал, я не выживу. Тут что-то как-то Дик получил по щам и бежал. Вот. Ну, я город мог поставить выше Ниневи. Нашел. Самое время города ставить. Вообще, я бы сейчас поставил город вот ниже Львова, такую речку огромную, джунглевую. Да, да, прикольное место. Да я думал, типа Львов с картинками или это место. А я не знаю, что ты сюда не ставил? Потому что тут нету картинок. И чё? Громко, там очень много молотков. Там где вот река, там ну вообще ж нет ничего. Слушай, там 3-4, там больше холмов, чем в моей столице. Но они под джунглями. Нет, а есть справа. У кого слоновая кость? Там холмы справа все. А во Львове построил конюшню, и у тебя плюс 3 молотка, это сильно. Ой, Аркибус стоит, страшно. Ой. Так, есть слоновая кость у кого-то? У игроков нету. А у кого есть? Не знаю. Что-то может кому-то что подсказать, где у кого уголь. Вообще, у Сиама есть уголь? Он в наличии? У Сиама нет. Понятно. Well-play. Да-да-да. А у Киева, у Житомира. Там-то есть уголь? Житомер это который, видимо, меряет пшеницу, знаешь. Отмеряет. Моя священная война, хоть не напрасно. Вижу, у этого, у Ашура есть. Это хорошо. Что есть. Это важно. Вы там заместитесь, я надеюсь. Уходи! Блин, нет. Я так хотел караваны ограбить. Я так мансовал вокруг каравел, как ты ее увидел. Я просто... Шопаш.
А, ну отлично, у меня нету угля. Кто мне уголь продаст? Ты уголь вышел? Да. И у меня его нету. Да ты что? Зато у меня много есть. Ты так спрашиваешь, кто? Хотя вышел только я и ты. Почему ассирийц еще вообще-то вышел? Ассирийц вышел? Ну, несколько ходов назад, по-моему, вышел. Да ты конкистадором поплыл город ставить? Ты куда-то поплыл. Ассирийц, ты будешь углем торговать? Я пока, подожди, я ж пока еще сам ничего не принял, нет. И даже пока еще его не обработал. Вот, у меня еще есть все шансы взять первого. Еще один генерал. Так у меня есть шансы первый, если только ты мне продашь уголь. Слушайте, а смотрите, помогло, мы играем. Еще да. Еще идет. Но мы особо не воюем. Типа, и ты уплыл, лординга тоже город забрал и оставил. Подожди, русский, так ты... Отступил в скобочках. Русский, ты будешь уголь торговать или нет? Конечно, не буду, что ты спрашиваешь. Ну, за сколько? С фрегатами. Тут тупо равнина. Как ты будешь от фрегатов дефаться? От каких? Ну, а сколько там? 150, да, один уголь? Я бы забегался с тобой, если ты на тига не пойдешь. Не, а смысл... Я не знаю, почему 150 один уголь. Иди Виттенберг возьми. 50? Слушай, да я не знаю, я конкретно говорю, я не знаю, сколько, вот ты предложи цену, я что подумаю. Я предлагаю 150. Я предлагаю 150. За 4 угля? За 3. Почему нет, за 3? У меня... 151 уголь, 151 уголь. Не, ну ты чё? У меня денег таких не будет. Ну, я никого не заставляю, я только предложил. Ну, ясно. Не, понимаешь, просто, по-моему, кроме меня больше у тебя никто не будет покупать уголь. Как Сиама. Это Сиам? Сиама нет угля. А ты видишь всю его территорию? Есть уголь у меня? Ну да. У меня есть папа генерала. Я только... Вон Львове, где я не вижу, там вот чуть-чуть выше овцы, там я не вижу. Кто-то еще у меня тех. Да это же. 12 ходов. Честно, ГГшки какие-нибудь имеют уголь? Mm-mm. Да, ну мне с территории офигенно прям повезло в этой игре. Я замок прокусывал. Зачем? Зачем? А за кого? Зачем морок уже 14 да? Не, ну а последний. Что? Какая разница? Ну? Я там тоже. Морок и чё? Я там все равно сливаю конгресс. Хотя я думаю, вы поддержите. Дайте за морок и чё? Эмбарго на лидера. Барби Россия, серьезно? Ну это такое, типа эмбарго. На самом то деле, но все равно. Ассирийц, прими предложение. Бабки с фармить будет. Территории, сомневаюсь. Потом государство забанит, его между собой караванитесь, а он без денег. У него нету мать. Особо на фарме. А казаков тоже нет. Вот. Нет, нет, please, no, god damn. No, god. Там варварская еще клиент, караван. О, зыд, караван. Ты говори, Сиам, ну, когда мне начинать пытаться его заново? Я стою рядом, то есть, я тебе капкан создаю. Вообще, его столицу юнитами окружил. Можешь? Да, надо одновременно.
Я могу отвлекать его фрегаты очень хорошо, когда ты уже конкретно подойдёшь. Могут забрать вдвоём Киев. Смешно, да. Когда у тебя уголь открывается только на 138 ходу. Не, ну прикольно, ты пошел воевать, на что могу сказать. Это не окупилось вообще никак. Что ты захватила? Львов? Ты ж Киев не заберешь себе. Дигу отойдет. Тебе не захочет его отдавать. Я не знаю, за что ты сейчас воюешь. Вот. За то, что у меня будет нормальное развитие. То, что никто не приедет на меня на линкор и фрегатор. Я вообще не собирался в этой игре воевать. Я сколько FFA подряд говорю, я могу выиграть игру, не воюя. Это интересно. Ты в такую воевать каждую игру. Чувак, мы с ним вдвоем просто на это. Ну да, на воде и геймплей. А ты этот, который португалец с огромным количеством денег, 23 нафармил. Один успел бахнуть сразу. Нет, ну ты капкан, конечно же, очень хорошо. Очень хорошо ты устроился, чувак. Да, я против проголосовал. Просто надо было где-то поддержка. Ой, хорош. У тебя места такие хорошие. Чуть обладай низким тебе все реки. Большие. Про кого сейчас? Я про кого? Так у меня только Киев и Львов на реке. Все, типа же. Это мир. Лиссабон. Лиссабон на воде, мол. Там рыба вытаскивает. Он не успел себя показать. Хотя сколько фрегат уже выплыл. Не, я ухожу. Чё-то там много фрегатов. Ты откуда уходишь? Я там, я прыгнул на клеточку, и там фрегатики одни стояли. Киева, что ли? Не-не, я стою Киева. Ну, я и говорю, как только ты начнешь его осаждать, я начну атаковать фрегаты. Уже к Киеву ко мне подхожу. Я вижу, там один слон пока я вижу. Вот опять, сейчас вы будете ждать. Это всё то, что ты видишь? Я тебе просто объясню, нам надо синхронно, чтобы я сейчас опять не потерял весь флот, пока ты еще не осаждаешь. Там надо это одновременно. Его есть юниты, аркебузы. Аркебузов я сначала убиваю. Кто делает? Ты уверен, что он тебя будет только... Он, кстати, меня начал обстреливать фрегаты. Так что... Городу подпыли фрегатики, меня постреляли. Ну я вот, на меня уже фрегат 6-7. Ну всё, я отбился от него. Чё так выходит, шаля? Что, Дик, как тут у тебя дома? Лору, говорят. Научный хочешь? Ты что, Россия? Да, так может не стоит с Россией, но давай заключи со мной лучше. Ну, я на 3, брат, ты посмотри, ну я последний на грамотность. И что, что ты последний на грамотность? Ты отстаешь буквально на... Ты первый вышел в индустриализацию. Так потому что я и шел в эту индустриализацию. Ну, а все остальные шли в более дешевые техи, поэтому... Он в химию вышел уже, это... Ну... Да, он будет меня этими... выносить. Казаками. Так, я даже химию не открывал. Но... У тебя 4 молотка на руке. Где, в каком, скажи? Наверное, потому что там уголь, ты не подумал? Я про португальца, если что. Сям, давай с тобой научный договор заключу. Викса, ты не принял, я так понял? Нет, Лёш, ну я не хочу с тобой заключать. Лёш, давай с тобой заключу. Давай, предлагай. Надо выживать как-то вот. Да нет, я про Рио. Тут 3 каравана плывут. Только давай, Ассирия, при условии, что ты мне дашь денег на этот научный договор. Ну, давай. Дик, ты как там? Если денег накинешь, у меня просто война, я не могу сейчас денег дать.
Напоминаю, что только два научных договора можно выполнить. Почему-то все в каждой игре не понимают. Такое? А, ты, Сиам, ты хочешь научный договор? Это кто? Я сейчас свои последние деньги точно не буду тратить. Последний по науке там. Это я. Ну чё, я очень сильно отвлек фрегаты, в 6 фрегатов отвлек. Боюсь с ними. Как у тебя там, Сиам, ты... Они замирились. Что? Нет, что? Не, подожди, вы же, по-моему, замирились. Или кто там? Стоп, ты что, опять пограбил или? Казалось. Невидимый на улице ходит ко мне грабить. Да там варвар может пограбил. Это с прошлого оповещения, которое я до сих пор... Оу. Ты не быстро будет, я тебе сразу говорю, Дик. Это надо продавливать. Я просто имею в виду, что я уже как бы отвлек. Сейчас тебе как раз самое время, сейчас нет столько фрегатов, сколько было. Сейчас я еще лицапон возьму. Там один фрегат. Сейчас я фрегатами лицапон возьму. Посмотрим. Ну, при земле бы, если ты напал, в Киеве один фрегат на данный момент обороняется. Если ты сейчас не пойдешь, он опять настроит. Я пытаюсь, Дик, пытаюсь. Я спел, ты вязанных немножко. Все корабли ушли, слышь, чувак, срочно атакуй. Сейчас последнего юнита убиваю, вот ты поверишь. Последний. Мстецкий. Следующий ход уже давить. Дави, братик, дави. А чем, арбалетами? Да. Братик, скоро будет на это, школы строить? Ты дави, Сабон. Боже, как тебе начало заново фартить? 260. Кто второй по молоткам? Викс, да? Сколько там? Это почти стольник. Какой стольник? Может, 200 почти? Нет, ну у меня 150, у него 260. Ага. Он нам демка. Боже, парни, это что вы наделали? Я вам мог денег дать на войну с ним. Да. Порой не надо убивать людей. Чел, понимаешь то, что ты сам заруинил себе игру? Вот если бы ты поставил львов на две клетки выше, мы бы спокойно бы жили. Ты просто пожадничал. Мог а взять... какая разница? Я бы поставил четвертый город спокойно на овцу, вот, где так, правее львова. Ну и поставил так, значит, хотел так. Проиграл, потому что я вою против двоих, а не... Ты проиграл, потому что захотел, вот ты сам сказал. Я вою против двоих, да, и поэтому я... Так были на то причины, то, что мы воюем с тобой вдвоем. Не могу ответить ассирийцу, потому что у меня у него не сидит шпион. Понимаю, без ласта компул. Я же отошел. Понял, просто скажу. Ассирийца, ты мне уголь продашь? Я еще раз спрошу. Я тебе так его дам. Да, давай. Это, кстати, в твоих интересах дать нам, бля. А то опять русский темку рвет. Вот, я все понимаю. Так давай мне сейчас тогда. Суки 4, ну на. Да. Стыги. Да. Так, а где уголь? Нет, угля даже вот рядом нет. На все. О, прогуза.
два генерала, да, тебе надо будет? Нет, один. Хорошо, что один. Там камень выкупил. На самом-то деле, слушай, я могу тебе его дать. Это как? Да. Это сделка с дьяволом. Слушай, ну смотри, на самом-то деле, просто и тебе тоже надо догонять, и мне надо догонять. Я скоро себе переплавание возьму еще одного потолка. Да не, Дик, это упорочка, я ничего... Мне надо каждый ход юнит устроить. Не могу... Я не понимаю, ты сейчас что говоришь? Я сейчас въебал почти весь флот, чтобы освободить Киев. И там не было... Ты отошел, что ли? Он и не подходил, ну типа что, он копье убил. Копье в ход выходит, он его убивает, а смысл убивать копье? Было 90 тысяч армии, сейчас вообще нет армии, получается. Тебя сейчас нет. Ребята, а что вы там вообще делаете, не пойму? Там сейчас... Веселые действия. Что вы творите-то вообще? Веселые. Парни поролись, что могут. Тупорка, да. Ну а смысл? Не, ну русский, тогда ты проспонсируй. Зачем тебе? Я не пошел на Киев, а на Лиссабон. Ну проспонсируй, скажи, что, сколько... Так он не может проплыть Киеву фрегатами. Он фрегатами берет Лиссабон. Я сейчас возьму Лиссабон там. Гатик, плыву, тебе помогу. Ну подожди, где тут замок купить? Враг защиты. Сейчас еще родится флотоводец, под ним сильнее бить будут все. Игру я точно это уже не вывезу. Так что заберите меня уже как-то, пожалуйста. Давай, может, мы просто в деф отойдем, я тебя фрегатиками буду дефать. Ну, деф от кого? От чувака, который ну, последний по всему. А ты понимаешь, вот у халявы есть еще 18 железа. Я халяве дам все свои деньги, он даст мне 20 железа. Я построю 20 фрегат. Два хода фрегата. Ты слоны вообще юзал? Как ты бьёт? А что, слоны юниоров в город они не берут. Ну, типа, ты явно больше 60% промки и зол морскую, там вообще не знаю чем, дефов на земле. Я не дефал землю, зачем, есть фрегат. Я отхожу от этого. Я в дефе. Ну, камон. Ну чё, Сям, ты как-то там будешь понимать? Сейчас, подожди, тут надо отвезти. Что за фрегатик? А, это... Чё, как-то скрап. Ну, если за твои деньги, то да. Я тебе уголь так дам. Ты сохранишь это... на генерал, а это сильно. 100 защиты, крепость это. У тебя под гору есть. Только один город. Ребята, что думаете по этому поводу? По какому? Кто может заключать научный халявый? Ну, я против, конечно. Естественно, ты будешь всего против. Он посему первый, он первый вышел в индустриализацию, то есть явно у него наука вход больше, чем у нас. Ну, явно я и шел в эту индустриализацию. Пока вышли, непонятно куда. Я тоже шел в индустриализацию. Понятно, но естественно у него будет наука. Давайте мне еще 100 голды дашь на следующий ход, ты договорились. Чё, 100? Бери с него 400. Чё, 100 всего лишь? Ну не хочешь, не надо, слушай, Ладуринга. Я тебе просто так уголь даю. Так окей, я уголь могу генерала. Взять. А. Генерала, ну типа генерал? В твоем понимании, это я тебе считаю, что на халяву даю уголь. Нет, здесь потому генерал что больше не важен. Тебе не важен, да? Когда тебя парашютисты или экскомы, да, вокруг стольни действительно не надо обставиться крепостями. Это очень глупо. Ну, вот я с Виксом заключу, проблем нет. С тобой никто не заключит. Кроме португальцев. Викс, у тебя есть еще договор? Я уже один заключил, да, я пока не буду. Второй не будешь? Нет, пока даже нет. Если так, у него уже угля нет. Ну, короче...
Не, я уголь отдал Лёша. Если есть возможность получить на халяву уголь и получить еще договор, как знаешь, как знаешь. Какие-то у тебя инковские места. Я лодкой увидел все эти горы, что-то там надо. А что это за стоит тут за конкистадор? У меня на границе. Еще новый город будет. Не, ну просто как бы. Оттуда. Не, ну халяв, я как бы у тебя там нигде не стою на границе, да? Как-нибудь ты уйдешь там попробуешь. Ну окей, да, что на границе. Ну, границе давай. Ну только не стой меня здесь на этих самых. Я понял. Да я просто плавал больше. Ну, давай. Ну просто как бы тут стоите. Халява, за сколько голды дашь 18 желез? Давай, слушай, мне жалко. Бля, халява, ты прикалываешься, что ли? Он меня будет забирать этим железом, зачем ему давать железо? У него два города бедных, ты не можешь его увидеть на... Блять, у него Нао! Все равно у него два города. Что, ты не сможешь его купить? Нет, не смогу. Почему у него два? У него три города. Два города. Три? Вот он Лиссабон, там клеток вообще обработанных нет, да, но это город. Ты уже первый по науке русский. Да. Что? Как бы это все равно выгодно было тебе. Ты уж как пошел, так и шел. Считай, что... Не знаю, выгодно. Генерал, халявный генерал, потому что так ты его на уголь поставишь. О, а так я тебя усиляю. А себя не... Себя не усиляю. Я за собой плохо. Ну, этот генерал мне пригодится максимум на парашютистах, до них еще надо дожить. Окей, а ты думаешь, ты еще типа генерала где-то набьешь? Где? Скажи. Он может прийти Киев подолбить. А, пусть наземкой бьет. Если флотоводцев не будет. Красивый львов. Да, но он очень сильный, поэтому я и захотел именно на эту клетку ставить. Что ты будешь брать, Маракеш? Скажешь? Автократию. Он по науке. Только что было 49, уже 51. Он жжется, наверное, в борту. Кстати, это... У меня автократ под боком. А, ты только что об этом узнал.
Интересно, а какие у тебя... Викс, а может сейчас заключим, пока не поздно? Потому что там, может, он в самолетике пойдет быстро. Нет, я пока нет. Мне пока одного достаточно. Русский, а ты считаешь, мне что надо брать? Я отстаю по науке, у меня нету развития. Как я... Для порядка у меня нету холмов. Для воли у меня города маленькие. Ой, для воли, ну, для свободы. Не, ну чё? Тебе просто не повезло в этой игре, вот и всё, чё я могу сказать. Тебе очень не повезло. Ну, вообще, даже с места прям. Не, ну можно было, типа, поставить под мрамором город. Или возле мрамора на три рыбы, Момбасу забрать, как-то два города. Ну да, там тоже такой вот... Поставить возле Маракеша, как-то. Волю можно было налепить. Сколько? И, ну, играл бы я в 5 городов, а не в 4. И в волю. В 5 городов в волю. Ну, я все не вижу там. В этой игре немножко островов есть, по-моему. Как минимум, дико точно. Там такой остров отлично. Одна джунгль-клетка. Okay. Ну, нет, там есть Банза Конго и Бразилиана на одном острове. Блин, почему Питер купил вот эту? Забрал кто фарфору? Нет еще. Забрал русский, блин, проснитесь. Еще так уверенно, нет еще. Русский забрал давно уже ходов 6, наверное. Дай с договор кидаешь. Че, ты не знал разве? Ляо, что ты такое интересное строишь? А где? Просто... Не помню таких зданий. Это Красный Форт. Нет. Давайте больше. Что это? Форт там красненький, ну типа, вокруг. Нет, это Красный Форт. Что именно? 14 жителей. Там что-то другое строится. Просто смотрю. Кто-то здесь больше. А, я просто Ростов не вижу. Конь Маракеша тут. Слушай, а чё ты не нападаешь, кстати, Сиам? Я думал, вы замирились реально. Теперь посмотрел, что вы в войне. Замирились? Ну подождёт, пока я приплыву. Я чё-то, я думал, мы замирились. Это вообще не слышно. Не, я подожду, потом приплыву к вам обоим. У меня написано, что ты в войне. Я вообще не понимаю, действительно, тебя, ну... Ну а что я могу сделать? Мне каждый ход юнитов клепать. Хочет человек бороться, пускай упарывается. Почему все берут автократию, а Сирия тоже автократию? Я тоже автократию возьму, у нас будет карта автократии, я тебе сразу говорю. Один свободовец и 5 автократов. Отличная игра будет. Нет, не очень. Шапим. Скилловая. То есть вот это, откуда сейчас нападает Сиам, это типа раньше город в Португалии был? Да. Попроси границы, посмотри. Болотный город хорошенький. Зачем? Ну, чтобы если нападут, чтобы сразу автоматом и ты. Допустим.
Или уж у нас может сорваться такой научный? Не может. Я только с ним и заключил, так что поэтому я попробую, может. Да не, Леш, тут сейчас тут бессмысленно. У нас вот так где-то все рушимо. Так идея в том, что сразу нападает и сразу объявляешь ты войну. Как он? Договор у нас не споет, ничего? Нет, это мы, у нас же с тобой, а не с русским. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.